классно. Я продал свой дом, покупаю аквапарк! Глупцы, они не знают, что аквапарк не стоит этих денег! О, посмотрим, что же у нас тут! Ура, ура! Ого, он разрушен? Все разломано! Нет! Ой, а вот наш утенок, опять он сидит, зевает. Наверное, он совсем не выспался. Ну, хватит тебе зевать, утеночек. Хватит зевать. Я совсем не выспался сегодня. Я хочу спать. Да, утенок, вот ты зеваешь, и мне тоже спать охота. Давайте, потому что скорее играть в 150 уровень. Ничего себе, мы уже на 150 уровне. Ох, как сложно это выговаривать. Но мы можем здесь что-нибудь придумать. Давайте. Кого бы лопнуть? Я даже не знаю, кого лопнуть. Вот попробуем направить Анжелу. Ага, получилось! Классно! Давайте также попробуем с Беном, что ли? Давайте с Беном попробуем. Ок, получилось! Может быть и с... Нет, давайте сначала Хэнка уберем. А теперь Джинджера. Мы немного промахнулись. Ну тогда Тома. А теперь... Да, Джинджер с коронкой полетел во второй бассейн. Тут все замороженные. Надо их скорее размораживать. Жалко или же очень... Очень-очень жалко. Да, мы их потихонечку размораживаем. О, Тома разморозили. Ну, не пройти Тома. Давайте вот так его лопнем. Еще одного Тома освободили. Классно. Два Джинджера. Я хочу, да, лопнуть Тома, чтобы двоих Джинджеров разом. Получилось. Классно. Ух ты, видели, как мы одним... ходом всех разморозили. Теперь летим в следующий, третий бассейн. Тут у нас есть трубы. Давайте мы натянем хорошенько Бена и выстрелим в трубу. Получилось! Ура, ура! Теперь также с Джинджером. Ой, он не поместился в трубу. Джинджер, тебе нужно поменьше кушать. Ты растолстел и не помещаешься в трубу. Так, Бен, лопайся. Может быть, Анжелой? Лопайся, Анжела. И лопайся, Джинджер. О, ура, ура. Прошли мы и этот уровень. Классно. Ключик получили и можем тут кое-что построить. Давай, строй нам. Ух ты, он наполняет водой. Джинджер нам водой тут все наполнил. Ребята, нового персонажика возьмем? Давайте возьмем. Это Том Акула. Какой он классный. Вау. Просто здорово! Смотрите, как мы уже тут все отстроили! Красота! Какой у нас классный замок! Дисней нам позавидует! Вау, сколько здесь стало много персонажей! Смотрите, они все ходят, катаются и весело проводят время! А вот наш любимый утенок! Какой он милый! Ребята, ребята! А у вас уже есть любимый персонаж? Может, это утенок? Может, это телевизор? Или вон, смотрите, усач-бородач Том! Или Анжела-ча-ча-ча? Или какой-то робот в коробке? Напишите в комментариях, кто вам больше всего нравится! Ну, а мы идем играть в 151 уровень. Посмотрим, сложно или нет. О, форма бассейна мне напоминает... что-то, что есть у Анжелы. А вы, ребята, напишите в комментарии, что вам напоминает этот бассейн по форме. Вау, классно, у нас все получается. Попробуем запустить Хэнка. Понатянем сильнее. Почти попали. Хэнк растяпа. С одного раза никогда не может сделать хороший ход. О,
разрезали. Как это случилось? Но Джинджера лопнули. Еще раз Бена. Вау, летим в следующий бассейн. Супер, классно получилось. Я Бен Мухомор. Я тут замерзаю. Спасите меня скорее. Спецоперация по спасению Бена начинается. О, Анджела его спасла. Спасибо, ребята. А то у меня уже пальчишки в ледышки превратились. Ну-ка, Бен, покажи, на что ты способен. Классно. Осталась Анджела. Вау, мы получили золотой ключик. Это так интересно, здорово. Оказывается, нам нужно целых 5 золотых ключей. Ребята, давайте попробуем поиграть с Томом в воздушный шарик. Посмотрим, что мы сможем выиграть. Давайте, давайте. Давайте покрутим барабан. Интересно, что нам попадется? Это же настоящее поле чудес! Мы выиграли 14 монеток. Ну, я думаю, это тоже неплохо. Вау, шарики! Кто любит шарики, ставь лайк! Я их просто обожаю! Они такие разноцветные, воздушные, мои любимые шарики! 152 уровень уже нас заждался! Вау, здесь 2 бассейна опять. И кто-то прячется под зонтиками. Ну что, ребята, начинается наша любимая игра. Отгадай, кто под зонтиком. Скорее пишите свои комментарии. Кто будет самый первый? Кто будет самый догадливый и умный зритель? О, мы уже открыли один зонтик, и там оказалась Анджела. Интересно, кто под остальными двумя? Ну а пока мы запустим Тома. Немножко не долетел, зато можем лопнуть Бена. О, еще одна Анджела. Ну, это здорово. 3 Анджелы под зонтиками у нас было. Кто догадался, ставь лайк. И жди ответов на свой комментарий. У нас остался только Джинджер, и он летит в следующий бассейн. Здесь замороженные персонажи. Это не простой, это двойной бассейн с 2 трубами. Здесь можно запускать персонажиков в эти трубы. Смотрите, как мы и сделали. О, нет, мы забыли Хэнка разморозить. Я тут замерзаю. Спасите меня. Ну ничего, Хэнк спасет своего клона. Второго Хэнка, давай, давай, постарайся. О, все, мы выиграли. Ну, прошли этот уровень, получили золотой ключик и теперь... Смотрите, что делал Том Акула. Он пытался вытащить меч, мы тебя заметили. Я пытался вытащить этот меч, но он никак не поддается. Этот меч должен вытащить король Артур. Только он сможет это сделать. А где все? А, вот наш Том телевизор. Подписчики сказали, что под этим телевизором прячется голова самого Тома. Ну, раз подписчики так сказали, значит так и есть. Ауч! Прости, вы такие прикольные, вас невозможно не трогать. Вы очень классные. О, а вот Том подарочек. Он очень мимичный, и многие из подписчиков сказали, что они его очень любят. И я тоже люблю Тома. Потому что подарки любят все, поэтому Том самый лучший подарок. Утенок, ты куда собрался? Куда ты идешь? Может быть, ты идешь к своим друзьям? Нет, я иду в бассейн охладиться, жарко очень. Смотрите, Том утенок убегает от акулы. Ау-ау, он боится этой акулы. О нет, акула за ним идет. Быстрее, быстрее, утенок, убегай. Не вижу я никакой акулы, нету тут акулы. А, она свернула. Ну все, тебе ничего не грозит. А вот рыцарь. Рыцарь твой лучший друг, утенок? Нет, мой лучший друг Бен.
Точно, вы такие желтенькие и немножко даже похожи. Смотрите, какие они милые, они не могут встать. Мы не даем им встать, представляете? О, акула догоняет. Догоняет нашего утенка. Утенок, беги скорее, мы задержим акулу, чтобы она тебя не съела. Убегай, убегай, утенок. Пишите, ребята, в комментариях, если не хотите, чтобы съели утенка. Утенок, убегай. Давай, давай, утенок, беги скорее, мы задержим акулу. И чтобы тебя спасти, мы пойдем скорее в 153 уровень. Ну, что тут у нас ждет? 2-3 бассейна, крутящаяся штучка и лава, которая как мазута может нас съесть. Но мы-то справимся, мы опытные игроки. Том, аквапарк! Ауч, я тут застрял, ребята, вытащите меня из этой мазуты! Том тоже застрял. Бена вытащили и Тома почти вытащили. Но вот нам нужно вовремя Хэнка запустить. Попали! Успели! Мы молодцы! Лайк-лайк-лайк нам! Вау! Во второй бассейн! Сколько здесь много Бенов, Хэнков. Кто свои трусы оставил? И меч! Как смешно! Анджелу лопнем. Так, у нас теперь тут 4 Бена, он нараздваивался. И лопнем его. А теперь Джинджер. Как нам Тома достать, чтобы его пропеллер не разделил? Разделил. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь Тома целых 3. Опять 3. Они не уменьшаются. 4 Тома. О, как же нам теперь быть? Ничего, мы придумаем. Нет, не придумаем. Что делать, ребята? Ребята, пишите скорее в комментариях, как нам спасти Томов и вылезти с этого бассейна. Может нам воспользоваться единорогом или ракетой? Давайте возьмем ракету, и тогда все Томы сами улетят. Классная функция, мне она очень-очень-очень нравится. Третий бассейн, здесь есть перчики и замороженные персонажики. Бур-бур-бур-бур-бур, спасите нас скорее, ура! Что-то поменялось, но я не пойму что, но мы, конечно, будем продолжать играть. Хэнк, давай, не подведи. Молодец, Хэнк. Очень-очень хороший ход. Еще раз Хэнком. О, смотрите, у нас тут Том открытый. Вау, прикольно. Может быть, еще раз Томом? Ой, нет, не сработал ход. Ребята, я Бен вот-вот в углу верхнем. Вы меня-то прозабыли совсем. Не забыли, Бен, сейчас тебя натянем хорошенечко. Ой, не попали. Где был, там и остался. Ну вот, вот, теперь, Бен, мы тебя как натянем, как выстрелим, что остался только Джинджер. Ребята, а вы заметили, что у Джинджера на каске есть какой-то значок? Напишите в комментариях, что же там у него. А мы прошли и этот уровень, получили золотой ключик и не можем ничего построить. Как досадно. Ух ты, смотрите, это наш коробочный робот ходит тут. Он такой веселый и всегда-всегда чем-то занят. Всегда что-то делает. Вау, а тут отдыхают персонажики. Смотрите, какой у нас тут стильный Бен на Сигвее. А вот еще у нас древний Сигвей какой-то, доисторический прям. А вот акула наша. Эй, ты не съел случайно утенка? Мы-то выиграли. Ничего не знаю, утенка не видел. Вот этот утенок. Значит, его не съели. Ну что, ребята, еще сыграем? 154 уровень. Это классно. Ого-го-го-го.
как здесь сложно, сколько палок-мешалок тут. Мы почти выстрелили Томом. И еще один ход, и давайте, наверное, разберемся с Джинджером. У нас все получится. Я Джинджер непростой, я Джинджер-король. Да, кстати, ребята, посмотрите, у него коронка на голове, она такая клевая. А кто-нибудь когда-нибудь получал такую корону, как у меня, ребята? Расскажите в комментариях. Может быть, у вас был в школе какой-нибудь конкурс, и вы выиграли, и вы стали королем, и вам подарили корону. Было бы очень здорово. Как нам тут пройти? Очень сложный уровень. Крутящиеся штучки мешают, персонажики не вытаскиваются, и вообще все плохо. Ребята, спасайте наших ребят. Смотрите. О, спасибо, ребята. Ваша поддержка начинает работать. Что вы сделали? Поставили лайк, написали комментарий. Продолжайте в том же духе. Мы почти проходим. Давайте возьмем ракету. До Джинджера никак не добраться. Пусть он полетает. Классно. Ну а теперь попробуем разобраться с Хэнком. Ауч, ауч, ауч. Еще один ход. Может, здесь проскочим? Смотрите, вот. Мне кажется, можно вот здесь проскочить. Сейчас. Вот. Нет. Что-то не сработало. Еще один ход. Здесь очень сложные палки-мешалки. Они сделаны настолько хорошо, что можно запутаться и не выбраться с этого бассейна никогда. Сейчас. Опа, получилось. Наконец-то, ребята. Вау, золотой ключик у нас. Но нам нужен еще один золотой ключик, чтобы построить наш замок. Видите, возле замка стоит башня недостроенная. Давайте сыграем. Надеюсь, он не будет сложным. Он сложный. Да, он очень сложный. Это самый супер сложный бассейн, который мы видели. Но здесь много подряд одинаковых персонажей, поэтому попробуем их. Опа! А еще у нас здесь есть такая труба. Давайте запустим Анджелу, она нам собьет Томов. Вот это да! Прям как, знаете, в бильярд сыграли или в боулинг. Анджела была шаром, а Томы были кеглями. Классно! А теперь давайте Бена лопнем. А теперь можно Тома к Тому отправить. Ой, не хочет. Давай, Джинджер, Ромашка или кто он там. А мы так и запустим и всех назад. Нам нужно туда Анджелу. А Джинджера обратно. Нет, Джинджер. О, опа! Лопнул, наконец-то. Как нам тут поместиться? Ух. Мешаешь ты, Том, уходи. Нет, я Анжелу люблю и всегда с ней быть хочу. Вот, наконец-то разобрались. Осталась Анжела. Она похожа на розовый виноград. А теперь попробуем скушать перчик. Начнем с него. Вау, что тут Анжела сделала с перчиком? Это просто здорово. Так, у нас осталось... Ой, ну этот бассейн, наверное, самый легкий. Здесь так легко всех собирать. Еще один ход. И Хэнк полетел в третий бассейн. Замороженные персонажики, как жалко. Том, размораживай. Эй, Том, ты куда исчез? Ты должен был всех нас разморозить. Бур-бур-бур-бур-бур. Как холодно. Эх, Том, давайте попробуем Хэнка убрать одним выстрелом. Немножко не получилось? Может быть, с Анджелой получится? Хэнк, у нас остался 2 штуки. Уберем его. О, разморозили Анджелу. Давайте ее лопнем. Она нам разморозила Бена. Лопайся, Бен. Лопайся, Анджела. Все, прошли, получаем еще один золотой ключик и можем что-нибудь построить, да? Да, давайте посмотрим.
Так, здесь Том у нас строит. Здесь Том тоже строит, а тут и тут Том строит. Ну, что будем строить? Давайте башенку достроим, вот посередине которой. Интересно, что получится? Давай, Том, строитель. Ух ты, да там супер крутые мегагорки. Конечно, возьмем золотые. У нас тут все золотое. Для королей и рыцарей. Вау, это же горка, оказывается. Она просто супер-пупер классная. Ребята, если вам понравилось это видео и стройка аквапарка, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал Машины Машинки. И не забудьте про колокольчик. Это я, Том Телевизор, сказал. Всем пока.